через пару мгновений. Почему теперь экс-ранетка чаще общается с таможенниками, а не с журналистами? Меня, конечно, со мной очень грубо поговорили. Очень грубо, меня пристыдили, я даже вот... У меня ком в горле был, думаю, как бы не заплакать. И за кого она собралась замуж? Для меня главная семья, для меня главные дети, я будущая мама. Экс-ранетка Лера Козлова появилась на публике. До этого почти год о певице ничего не было слышно. Куда пропала Лера-Лера? Кто увез ее из России? И правда ли, что она ждет ребенка? Все тайны исчезновения Леры-Леры прямо сейчас. Я его так люблю. Очень сильно. Встретить экс-ранетку в Москве сейчас просто невозможно. Девушка не дает концертов и не общается с прессой. Но ради MTV Лера-Лера все же приехала в столицу. Правда, добралась она не без приключений. Уже 4 месяца не была в Москве, вот я приехала к вам. Благодаря вам я сейчас здесь в Москве, так я постоянно в Киеве, на Украине. И, кстати, я могла, кстати, к вам не попасть. Меня хотели снять с поезда. Я потеряла иммиграционную карточку. Меня ночью поднимают. Меня, конечно, со мной очень грубо поговорили. Очень грубо, меня пристыдили, я даже вот, у меня ком в горле был, думаю, как бы не заплакать, мне хотелось снять поезд, говорю, вы понимаете, я еду, там меня ждут, мне там нужно мероприятие важное. Ну, в общем, меня простили, и, в общем, я здесь с вами. Теперь Лера общается с таможенниками чаще, чем с журналистами, и в Москву приезжает только ради штампа в иммиграционной карте. Вот за 4 месяца я первый раз сейчас, и я знаю, что я 2-го уеду снова обратно, и насколько долго, но мне на границе сказали, что, девушка, вы не имеете права на Украине находиться больше, чем 90 дней, поэтому через 90 дней мне нужно будет вернуться и уехать обратно. Теперь певица хочет даже поменять гражданство и окончательно перебраться в Украину. В Киеве живет единственная любовь Леры Козловой. Дело в том, что мой любимый живет в Киеве, а я живу в Москве, и я так долго ждала, когда мы сможем уже какой-то долгий период времени быть вместе, и вот я счастлива, и сейчас он не хочет меня оттуда отпускать, я не хочу от него уезжать, и мы счастливы вместе. С неба до земли достают солнце лучи, не плачь, не кричи, он рядом. Ее роман с солистом группы Quest Pistols Никитой Горюком начался пару лет назад. Сначала эпатажный певец не отвечал Лере взаимностью, но затем сердце Никиты дрогнуло, и сейчас у возлюбленных все хорошо. Все как надо, но ты не волнуйся за вас. Никита снял Леру в своем клипе, прямо как Дима Билан Юлиану Крылову. Но в отличие от Юлии, молчащей о своих чувствах, Лера Козлова готова говорить о них без стеснения. Как раз его я и люблю. Больше жизни. Никита, я тебя очень сильно люблю. И спасибо, что ты есть в моей жизни. Парочка готова пойти дальше и официально узаконить свои отношения. Я хотела бы поменять. И взять фамилию мужа. Горюк. Белое платье певица наденет совсем скоро. А жених, по слухам, собирается приехать на церемонию на белом коне. У нас есть белый конь, а это закон и залог успеха. Вопрос, беременна ли Лера Козлова, был самым популярным в сети. Желтые издания даже выкладывали фотографии Леры с животом. Но все это ложь, заявляет певица. Она не беременна. Пока. Но ребенка заводить собирается. Для меня главная семья, для меня главные дети. Я будущая мама. Я рождена на этой планете, чтобы рожать детей, чтобы дарить своим детям любовь. И, может быть, чему-то умному я надеюсь, что я смогу научить их в этой жизни. У Никиты Горюка уже есть 10-летняя дочь. А недавно пресса писала о появлении еще одного ребенка у солисты Quest Pistols. Не от Леры. Но девушку это, похоже, не смущает. Все свободное от гастролей время Лера и Никита проводят вместе. Отдыхают и наслаждаются друг другом. Мы катались с ним на яхте этим летом, и было безумно красиво. У меня столько отличных фотографий. Вот, и воспоминания. Фотографии — это воспоминания. Вы не прочтите, я вас фотографирую. А чтобы о Лере совсем не забыли, она время от времени поднимается на сцену. Вот только подальше от больших городов. Последний раз певица выступала на берегу Черного моря. Я записываю
делаю песни, и, естественно, я провожу прекрасно. Ну, недавно было лето просто, я отдыхала, я недавно вернулась из тура. Да, лето палки рок-н-ролл. Многие в курсе, я выступала там с группой «Нервы», с группой «Хакер». Вот, и, в общем, вернулась в Киев. Сейчас певица готовит новое шоу для своих фанатов. Правда, когда представит его публике, она не знает. Отношения и семья для Леры сейчас намного важнее сцены.